8 января, вторник, время 17:17 практически. Так вот, и хочу показать, испекла вот такой пирог, шарлотку. Правда, он у меня немножко осел и не такой пышный. В тарелку туда провалился с яблоками. Единственное, чего у меня нет сахарной пудры. Посыпать нечем. Так, мак есть. Так, мак есть. Сахарной пудры нету. Ну ладно. Так. Сейчас будем пробовать. Что-то он у меня такой какой-то вот осевший. Так. Так, сейчас будем пробовать. На вид невзрачный, но вкусный. Что-то он у меня плохо поднялся. Вот он, когда был в духовке, он такой еще пышненький был. А сейчас остыл и осел. Ну ладно, что ж теперь делать. А так вообще пирог нормальный. Так, сейчас будем чай пить. Так, ладно, всем пока.